Всем привет! Кубик Рубика знаком, пожалуй, каждому. Сколько вариаций этой головоломки сделано. И треугольные, и раздвижные, и округлые, и большие, и маленькие. Настало время для гигантской подборочки самых топовых кубиков Рубика с сайта AliExpress. Принимай участие в конкурсе, и любой из этих кубиков может стать твоим. Поехали! Вся поверхность этой необыкновенной головоломки сплошь покрыта разноцветными шестеренками, и сперва кажется, что тут нет неподвижных деталей. Но они есть. Это разноцветные квадраты в центре грани, которые определяют цвет каждой стороны. Ваша задача — собрать вокруг квадрата все шестеренки того же цвета, учитывая, что они связаны между собой и вращают друг друга. Конечно, это сложно, но зато очень интересно. Великий и могучий. Первый в массовом производстве. Встречайте, единственный в своем роде большой куб. Этот монстр, хоть и выглядит огромным, неуклюжим, неудобным и неразрешимым, крутится он хорошо и даже режет угол за счет того, что он имеет скругленную форму. Благодаря этому кубик очень приятно лежит в руках. Поистине сложный механизм удерживает в себе более 2500 деталей. Механизм, форма деталей, наклейки – все это делает данный куб изумительным экземпляром для души и коллекции. Если вы раздумываете, с чего бы начать знакомство с миром логических головоломок, то этот вариант является одним из самых подходящих. Эта головоломка может менять свою форму, выходя за рамки плоского кубика. Состоит всего из 9 кубиков, 8 из которых могут вращаться вокруг находящегося в центре. Может иметь всего-то 192 варианта расположения. Конструкция весьма необычна и хорошо продумана, что делает эту головоломку еще более интересной для коллекции. Конечно же, вы знаете, что такое кубик Рубика. А вы когда-нибудь видели самый маленький кубик Рубика? Он поставляется в виде конструктора, который вам предстоит собрать самим. Довольно увлекательное занятие. Сборка крестовины и деталей, обклейка стикерами, поэтому вы точно получите массу непередаваемых эмоций. Как и для сборки любого конструктора, вам потребуется определенный уровень мастерства и терпения. Отличная головоломка для пополнения вашей коллекции. Интересная вариация на тему кубика Рубика. Вместо механизма у этой головоломки буквально ничего нет. Пустота. Void Cube — это тот же кубик Рубика, но без центральных элементов, которые, как известно, определяют цвет стороны при сборке. Эта игрушка озадачит тех, кто уже умеет собирать, и тех, кто так и не освоил схему сборки кубика Рубика. Это действительно достойный экземпляр для любой коллекции и, конечно же, замечательный подарок. Если вы заядлый фанат кубика Рубика, то вас может заинтересовать мягкий кубик Рубика. И что самое интересное, он тоже крутится, причем не хуже обычного кубика Рубика. Состоит из 8 маленьких кубиков. Каждый куб связан с помощью эластичного ремешка, тем самым позволяя вам проворачивать его и сопоставлять цвета. Сколько вам понадобится времени, чтобы собрать такой куб? Напишите в комментариях. Mirror Tower. Интересный вариант кубика, так называемый «шеймпод» сиамского куба, известной модификации кубика 3×3. Только в данном случае вместо классического куба используется зеркальный. Из-за фиксированных элементов вряд ли получится собрать эту головоломку как стандартный зеркальный куб, поэтому решается она сложнее и интереснее. Благодаря такой уникальной конструкции можно проверить ваши способности в сборке шарнирных головоломок. Змейка Рубика. Это знаменитая головоломка Эрно Рубика. Представляет собой полоску из 24 соединенных между собой призм с сечением прямоугольника. В первую очередь змейка увлекательна своей непосредственностью. Она дает простор воображению, развивает не только логику, но и стимулирует творческие возможности. Однако самое главное ее достоинство – это улучшение пространственного мышления. Из головоломки с легкостью получает двумерные и трехмерные фигуры. Всего известно более 100 вариантов. Это полностью функциональный куб с дополнительным преимуществом. Он светится. Также он примерно в 2 раза больше, чем стандартный куб. Он крутится и поворачивается точно так же, как и оригинал. Главным отличием, конечно же, является супер яркая подсветка светодиодов, питаемых от аккумуляторной батареи. Полная зарядка обеспечит как минимум 2 часа освещения. Это что-то с чем-то, не так ли? А кто из вас не боится взяться за сборку самой сложной версии этой головоломки, которая состоит из 1734 цветных клеток? Да, вы не ослышались, перед вами самый большой в мире кубик Рубика, имеющий структуру 17 на 17 клеток. У меня до сих пор не укладывается в голове, как вся эта конструкция вообще функционирует. Я больше привык к традиционной разновидности данной головоломки. Что уж и говорить о том, чтобы попытаться решить этот пазл. А желающий справиться с этой задачей все-таки нашелся.
Данный вид головоломок – это упрощенная версия обычного кубика. Отличие заключается в отсутствии центральных и реберных элементов. Здесь только 4 клетки на стороне. Называется по-разному, например, карманный кубик или мини-кубик. Из любой позиции головоломка может быть решена за 11 ходов. Или 14 ходов, если считать половину поворота на 180 градусов за 2 хода. Вот такая небольшая и интересная игрушка, которая не требует высокой квалификации и опыта для сборки. Это полностью электронный кубик Рубика. Вы когда-нибудь видели что-нибудь подобное? Все 6 сторон используют простую в использовании сенсорную технологию. Перемещать освещенные квадраты можно пальцем с любой стороны или направления. И если вдруг у вас не получится его собрать, не беда, цвета пульсируют, исчезают и меняются, когда кубик перезаряжается на своей стойке. Вот он, настоящий прорыв высоких технологий. Это не просто брелок, а уменьшенная полнофункциональная версия классического кубика Рубика 3×3. Собрать этот брелок настолько же легко или сложно, как стандартный кубик Рубика. Этот аксессуар для настоящих фанатов, который будет отлично смотреться на рюкзаке или на ваших ключах. Кстати, а какой у вас рекорд сбора кубика Рубика 3×3? Напишите в комментариях. Это уникальная механическая головоломка с сейфом. Паролем же является умение собирать кубик Рубика. Несмотря на то, что внешне и по сути является обычным кубиком Рубика, его механизм — это сложная система зацепов, которые устроены так, что крышечка головоломки откроется при условии, когда головоломка будет собрана. Задумка очень классная, реализована она качественно. Я вот думаю, что туда можно спрятать. Как вы думаете? Пишите в комментариях, чтобы вы туда спрятали. Бесконечные щелканье шариковой ручки, стучание пальцами по столу и вращение спичечного коробка в руке остались в прошлом. Теперь, держа в руках бесконечный куб, вы будете выглядеть стильно и достойно. Назван он так неспроста, его можно собирать из любого положения. Как бы вы его ни запутывали, вы все равно придете к исходной форме. Кубики соединены между собой подвижными шарнирами с металлическими заклепками, благодаря которым их можно вращать и размещать в любой плоскости. Как только этот куб окажется в ваших руках, вы сразу же поймете, что с ним делать. Ну, это вообще, лень поработила нас и китайцев в первую очередь. Иначе как объяснить тот факт, что они сделали автоматический сборщик кубика Рубика? Ведь смысл этой игрушки в том, чтобы позалипать и проверить свои силы. Но теперь есть вот такой мини-робот, в середину которого вставляется кубик. Запустить сборку можно на телефоне через специальное приложение. Оно полностью на английском, но там все понятно. Так что перевод не потребуется. На автоматическую сборку уходит около 30 секунд. Оригинальная, но усовершенствованная модель кубика Рубика с новым механизмом и реализацией всех современных тенденций для профессионального спид-кубинга. Это хорошо сбалансированный куб, мягкий и контролируемый. Он не только быстро крутится, но и отлично выглядит снаружи. Он поставляется в красочной подарочной упаковке, внутри которой идет набор для настройки, карточки и подставка. Таким и должен быть современный скоростной кубик. Petaminx является самым большим додекаэдром в массовом производстве. В отличие от обычного Megaminx, он насчитывает уже не 3, а целых 9 слоев, поэтому его конструкция состоит более чем из 900 деталей. Несмотря на такое сложное строение, при должной настройке головоломка может вращаться довольно неплохо. Petaminx способен удивить любого своими внушительными размерами, а его сборка может занять владельца не на один приятный вечер. Отличный экземпляр для тех, кто не стоит на месте, а старается постоянно совершенствовать свои навыки в сборке различных головоломок. Если кубик 13×13 для вас слишком сложный, то советую для начала испытать свои силы на 8×8. Среди его достоинств можно выделить мягкое вращение внешних слоев и хорошее качество изготовления. Также стоит отметить, что куб поставляется в комплекте с набором запасных наклеек на случай, если понадобится их заменить. Это яркий, привлекающий внимание кубик-конструктор. Гаджет представляет собой замкнутую цепочку из 8 небольших кубиков. Ее можно перекатывать между пальцами или складывать в более крупный куб. При каждом повороте слышно легкое пощелкивание. Детали можно разъединить, чтобы собрать из конструктора несколько разных моделей игрушек. Все зависит только от фантазии пользователя. Потрясающая механическая головоломка. Вращая и поворачивая стороны головоломки, подобно кубику Рубика, нужно расположить цветные шарики так, чтобы на каждой грани куба цвета не повторялись. Никакой окраски, каждый шарик сделан из пластика соответствующего цвета. Всего тут 26 шариков атомов 9 цветов, образующих кубик-молекулу, поэтому производитель и назвал головоломку «Молекуб». Коллекционная механическая головоломка, которая, несомненно, заслуживает внимания. На каждую грань кубика 3×3 надстроено колесо мудрости.
Она может вращаться на углы, кратные 45 градусам. Головоломка имеет очень сложный механизм с большим количеством мелких деталей. Вращается очень гладко, и у вас будет соблазн крутить грани быстро. Так делать не стоит. Вращайте грани аккуратно и не спеша. Это прозрачный куб с лампочками, который развлекает публику анимацией. Существует два варианта – на 512 диодов со стороной около 20 см и на 4096 светодиодов со стороной 50 см. Достаточно подключить его к Wi-Fi, открыть сайт с каталогом программ и загрузить в куб любую из них. Никакой мороки с настройками и никакого программирования. Впрочем, все же не все так просто. Куб продается разобранным, и первым делом его необходимо собрать. Потребуется крестовая отвертка и около получаса времени. А это головоломка «Часы Рубика». Состоит из 9 циферблатов с двух сторон, всего 18, 4 кнопок регуляторов и 4 колесиков рядом с угловыми циферблатами. Задача состоит в том, чтобы выставить 9 циферблатов с одной и другой стороны на 12 часов. Немного подержав в руках клок, понимаешь, как его можно крутить. 4 шестеренки по углам головоломки, 4 штырька посередине. Поднятый штырек объединяет 4 циферблата рядом с собой. Крутиться они будут все вместе. А это кубик Рубика 5x5 от компании Chimafang. Он получил восторженные отзывы от спидкуберов. Отличная скорость, резка углов, мягкость, плавность, контроль – вот несомненные достоинства. Доступен в нескольких цветовых вариациях – черный, белый, цветной и слоновой кости. Последний вариант встречается достаточно редко, а ценители моментально расхватывают его. Если обычный кубик 3x3 вы собираете за считанные секунды, то, возможно, настало время перейти на 5x5. Эта головоломка называется Master Pyraморфix. Она по конструкции аналогична кубику 3x3, но отличается формой, что делает ее интересней и сложнее обычного кубика. Замечательный способ стать гораздо умнее, значительно сообразительнее и увереннее в собственных силах. У меня в детстве была аналогичная головоломка, но ребенком был малость нервным, поэтому прожила она недолго, и с тех пор я лишь иногда косился на эту штуку в магазин. Но это не простой кубик, он подключается к смартфону, и если ты не можешь его собрать, то приложение тебе пошагово покажет, как это сделать. Конечно, есть и другие приколюшки, например, переместить волшебника в портал или собрать определенный рисунок на всех сторонах. Очень часто хочется окружить себя теми вещами, которые ты любишь. Например, кружка «Кубик Рубика». Но не беспокойтесь, вам не придется ломать голову над тем, как же сложить такой кубик. Все уже сложено. Она имеет стандартный объем, поэтому вы сможете использовать ее постоянно. Единственный ее минус – угловатая форма. Иногда с краев может вылиться жидкость. Но ты забываешь об этом, когда вспоминаешь о дизайне кружки «Кубик Рубика». Ghost Cube – головоломка, которая уже успела приобрести популярность. Собрать или заточить эту сущность обратно в куб – все равно, что поймать призрака – почти нереально. В основе формула головоломки 3x3, однако здесь есть ряд усложнений. Нечеткие слои, элементы самых разных форм и только один цвет. И поэтому нужно отталкиваться не от цвета, а от формы элемента. Первым испытанием будет разобраться, где же здесь центральные элементы, определяющие общую конструкцию грани. Это новая модель кубика Рубика. Достаточно сложная, но интересная головоломка со сторонами одинакового золотого и серебряного цветов. В разобранном виде кубик напоминает мозаику с выпуклыми и вогнутыми кубиками различных размеров. Задача головоломки — привести к собранному виду, то есть к форме правильного шестигранного куба. Если есть достойный претендент на получение золотого подарка, то самое время сделать ему поразительный и непростой подарок. Tutminx One – механическая головоломка с самым большим количеством вращающихся сторон. Головоломка имеет 32 стороны, из них 12 пятиугольной и 20 шестиугольной формы. Как вы уже поняли, его особенность в том, что он сочетает в себе две формы сторон – пятиугольники и шестиугольники. Все же придется попотеть, чтобы собрать это чудотворение, но если вы любитель подобных головоломок, вряд ли для вас это станет помехой. Multisqueb – это по-настоящему сложная задачка для опытных спидкуберов. Может, внешне он и похож на своего собрата, но внутри этого кубика заключена еще одна головоломка. Кручение у нее хорошее и приятное, за счет чего ее очень удобно решать. А решать этот куб вам придется очень долго, но крайне интересно. Кроме классического черного, поставляется и в коллекционном голубом цвете. Также он поставляется в красивой прозрачной коробочке на подставке. Его можно хранить прямо в ней, ведь смотрится там эта головоломка великолепно. Почему-то вид Megaminx у многих вызывает неподдельный ужас, хотя вращения, которые требуются для его решения, не такие сложные, как для кубика 3x3. Но этот сумасшедший додекаэдр способен вызвать тревожные чувства даже у опытных любителей кубиков Рубика.
Если не боитесь встретиться с головоломкой, число возможных комбинаций которой совершенно фантастическое, то данная головоломка – весьма хороший выбор. Помните, как у нас раньше были разные конструкторы и кубики? И я помню. Теперь же на их место пришли новые конструкторы. Вот такие. Они продаются в разных наборах, но суть одна. Эти квадратики скрепляются друг с другом. Это можно сделать в любом порядке, но в каждый набор заключена специальная фигурка, которая по итогу и должна получиться. Например, такие. Красиво, конечно, но квадратики мелкие. Лучше маленьким детям не давать. А это настольная игра «Гонка Рубика» или «Магический блок». Запаха игрушка не имеет, наверное, хорошенько проветрили перед тем, как отправить. Выкладываем цветные квадратики на свои поля в произвольном порядке. Затем трясем кубик таким образом, чтобы было видно, какие цвета нужно выложить. Собрать нужно рисунок 3×3 ровно в центре конструкции. И как только у одного игрока это получается, то он закрывает свое поле. Выигрывает тот, кто сделает это быстрее. Поверьте, это затягивает. Уникальная головоломка. Кубоид 3×3×7. Она немного похожа на классический кубик Рубика 3×3, но имеет на 4 слоя больше. Преимуществом головоломки стала пропорциональная конструкция. Каждый его элемент имеет кубический вид, из-за чего она может сильно деформироваться при вращении, принимая различные причудливые формы и усложняя сборку. Этот факт заставит призадуматься даже опытных любителей механических головоломок. Это популярная игрушка-конструктор. Ее называют по-разному – магнитный куб или неокуб. Состоит из 216 шарообразных магнитов плюс 8 запасных. И это очень хорошо, так как пару из них обязательно потеряется. Неокубы бывают различных цветов. Наиболее распространенные цвета – стальной, серебристый, золотой и черный. Из этого чудо-конструктора можно много чего собрать, особенно если у тебя не один неокуб, а, скажем, 10. Вот тогда игра становится еще интересней. Когда нечем заняться, садишься за стол и начинаешь творить. Можно построить как гигантский кубик, так и милого котика. Но детям до 7 лет лучше такую игрушку не приобретать. На первый взгляд можно подумать, что с этой головоломкой можно легко справиться. На самом деле хорошо видны только первый, второй и последний уровни. На остальных зачастую приходится вести шар вслепую. Крутить, вертеть куб, чтобы получше рассмотреть внутренние перегородки, тоже нельзя. Шарик непоседу было очень трудно удержать на месте. Чтобы пройти все эти уровни, необходимо проявить хорошую усидчивость, внимательность и отменную память. И по традиции конкурс на любую вещь из выпуска. Условия стандартные – лайк, подписка, колокольчик и комментарий для того, чтобы я смог выбрать победителя. Как только видео соберет 20 тысяч лайков, в моей группе ВКонтакте сразу появится пост с итогами конкурса. Всем удачи, а хейтерам привет!